Мальчишки и девчонки, привет всем! Очень многие из вас спрашивают меня, как разминаться, именно специализированная разминка, в таких упражнениях, как подтягивание и брусья. Казалось бы, мы не можем разделять вес, так как собственный вес тела мы не можем поделить, но есть фишки. Многие из вас додумываются до этого, сами доходят до этого. Кто же не знает, как разминаться? Смотрим, как это делается. Как же разминаться в отжиманиях от брусьев? Что нужно сделать, чтобы грамотно начать отжиматься от брусьев собственным весом, не рискуя получить травму сухожилия, сустава? Нужно делать то же самое, что я учил вас в ролике для подтягиваний. Для этого подойдет тренажер, имитирующий отжимания от брусьев. Сейчас во многих залах есть такой тренажер. Вы можете также выставить 50% собственного веса тела, сделать 8-10 повторений, после этого отдохнуть маленечко, выставить 75% собственного веса, сделать еще 5-6 повторений. А после этого выставить 90% веса и сделать 2-3 повторения. После этого смело подходим к брусьям и не переживаем, что мы травмируем сустав, связку, сухожилие. И смело приступаем к упражнению. Думайте всегда головой, следите за техникой, разминайтесь. Выполняйте общую и специальную разминку. Выполняйте заминку и растяжку. Будет у вас сила, здоровье и позитив. Всем пока, увидимся в тренажерном зале.